уже видела. Здесь пробка. Валерий.
значение, как нации украинцев, они привычка с нашим Петербургом. Ты из Петербурга? Да, из Петербурга. Да нет, спасибо, может быть, попозже. Тебя уже угостили? Да нет, я же позавтракала сегодня. Все, уже ужин отбирано. Да, западная, юго-восточная. Мы надеемся, мы уверены в том, что Юго-Восток тоже отсоединится, да, и будет. Ну, как может не к России, будет, может, Таврический союз, там, но только не Украина. Это однозначно. Юго-Восток, он весь поднимается, но его давят. Их убивают, там, им запрещают все митинги. Не дают ничего. И это они говорят, что у них демократия слова, что они любят народ, что они боролись за народ. Извините, за какой народ они боролись? Они боролись за власть, пока они пришли по трупам. Та власть, которая сейчас в Киеве, она пришла по трупам, она пришла на крови. Скажи, пожалуйста, я сам звоню. Я сейчас в кабинет министра, я не сюда. Не говори за ними, но оставляйте. Я не хочу быть гражданкой Украины. Я просто, вот если бы дали мне бомбу, я бы их посадила в вагон с решетками такими крупными. И вот по всем областям, где они сделали пакости, по всей бывшей Украине, будем говорить так, ее уже нет. Провести их, каждому дать камни, подкали Молотова. Чтобы они вот бросали в них, жгли их, чтобы они умирали медленной, мучительной смертью. А как? А как они жгли наших ребят? А там все будет. Все, то есть, как? Все это воздаяние там будет. Я понимаю, вот я не права. Знаете, у меня внутри вот это как можно так? Почему они герои, а мы быдло и мы сепаратисты? Будем жить дружно. Как это? Почему Запад молчит? Понимаете, нам почему больно, они не говорят то, об этом? Не в России. Что настоящий фашизм пришел. Отдать то, что это настоящий фашизм. Через никогда им не принадлежал. У меня дедушка воевал. Я выносил на них и сказал, я за что воевал? А вас вот приносят, что за люди приносят? Просто горожане. Я не жила. Ни один бизнесмен, мои родители нам не сказал, я вот там такой. Войну, да, и голод. Я не хочу, потому, чтобы горожане. Вот сейчас увидели, 2 рубля есть. Вот стоит бабушка какая-то, там рубль положит, 2 рубля. Я не хочу этого. Не хочу, чтобы все. А скудевает рука дающая? Нет, не оскудевает. Спросить, вы знаете, что на Майдане, да, вот все подсыпали, вот эти да, вот в чай все подсыпали. Да. Я понимаю, да. Мы не можем, нету девочки, вот, наоборот, все чистые. Девочки, вот, клянемся. У нас вот что-то не сходит, сразу все выкладывается. А какая у вас посуда? Такая большая чашка с крышкой сделана. Вот женщина готовила горячее, и сейчас она пришла за посудой. А что вы готовили? А что могу, то и готовлю. Все, что женщина. И котлетки жарили, все делали. Что можно было? А сейчас вы что привозили? Сейчас ничего, сейчас посуду забираем. А что привозили? А накануне пирог с яблоками. Макароны. Горячий, мы живем рядом. Макароны, значит, котлетки. Мяско делали, свининку такую вкусную. Ну, мужчины, надо же кормить. Ну, а можно к вам, когда будете готовить, можно принести? А я не знаю, буду я готовить. Мне сказали, что уже можно готовить. Говорит, уже много всего натащил народ. Вот буквально через полчаса приносит женщина вареное. Вот она сейчас пошла варить. Так же вы через полчаса подходите, увидите, как все налетят. Да, как мальчики. Так кажется, что ты один.